биткоины купил в 2016 году? В крипте я 2 года. С 2017 года? В крипте сама лично чуть больше года. До этого управляющие покупали биткоины. Привет, я в крипте 2 года, наверное, активного участия. В крипте 2 месяца, но плотно. Сегодня я на конференции понимал. Понимал же, о чем говорят, и это круто. Я инвестирую с 2008 года. Мой самый большой маржин-колл был в 2011 на фьючах, на фьючерсах в фондовом рынке больше $100 000. Я теряла полностью 2 первые котлеты. Не буду говорить сколько, все эти бабки, которые я заводила, они полностью аннулировались. На фьючерсах, наверное, 1005 сделка была одна, которая была. Вот, это я прошла 2 раза. У меня был опыт, когда однажды биржа упала, а второй раз я просто, проморгала момент, испугалась и не вывела деньги. Вот. Я купил какие-то токены, они упали, но я не считаю, что я потерял, так как все как бы движется и вверх, и вниз, поэтому нет. На самом деле почти нет. Точнее как? Конечно, господи. Если не потерял деньги, то не получил опыта. Я теряла, но я не фиксировала эти потери до сих пор. Конечно, я теряла на DeFi, а потом восстанавливала. Хомяк — это человек, который не особо понимает, зачем он покупает, зачем он продает. Человек, который следует какому-то тренду, массе общества. То есть, например, вышла какая-то новость, и он, не разбираясь в технологии, говорит, что боится, что все упадет, и начинает, например, продавать. Я к хомякам отношусь скептически, потому что я считаю, что в любом проекте нужно обязательно разобраться перед тем, как принимать решение о покупке или о продаже. Хомяк — это милый такой зверек, который бегает на природе и резвится, и у него не хватает мозгов покупать дешево и продавать дорого. Тут хомяк, в принципе, мы вот с тобой стоим, вон ребята в гольф играют. Все мы хомяки на этом рынке, пока большие лысые дяди зарабатывают на нас деньги. Хомяк — это новичок, это тот, кто, не обладая знаниями, а теряет деньги. По мне это так. Разные способы потери бабок есть, и везде хомяки. Хомяк — это самое милое создание в мире, которое берет за щеки свои токены и сидит, ждет, пока они не вырастут снова. Да я! Идеальный хомяк! А хомяк — это человек, который совершает необдуманные действия в крипте, как по мне. С некоторых монет я даже не знаю, как там вообще работает вывод.